Всем здравствуйте! Всем приветики! Я сегодня в магазине на весь день, на целый день. Решила, друзья, провести генеральную уборку. Вот все полочки освободить, все протереть. Вы знаете, с прошлого года, в декабре, наверное, убиралась последний раз. Все подоконники, все хочу протереть. У меня так довольно-таки прохладно. Затопили печку. Ну и вот, чтобы не замерзнуть, я хочу все протереть, а вечером тщательно-тщательно пол помыть. Умыла тоже где-то до отъезда в санаторий. Кипятила чайник, потому что отключали мы бойлер для горячей воды. Его огромный, мне он ни к чему греть, мотать. Вот, чайник вскипятила, нормально. Вот. Ну, как бы перед летним сезоном, считайте, что как бы перед Пасхой уберусь. Надолго хватает. Вот. И как-то легче дышаться будет. А потом поедем домой, что-нибудь приготовим, покушать. У меня там есть суп. Сергей пока отдыхает с ночи. А на ужин уже придумала. Из фарша сделаю котлетки в аэрогриле. С гречкой. Гречка уже у меня есть, отварила. Останется только котлетки перекусить, покушать. Thank you.
Так, у нас обеденный перерыв. Вот такие котлетки хочу в аэрогриле пожарить. Без ничего прям. Без сухарей, которые у меня кончились. Без муки. Ставлю. Так. У меня вот тут что-то заедает. Не включается. О. Так. При 200 градусов. Вот так меню. Что пожарить? Ну, вот так вот. Видите, нажимаю, выключается. Блин. Сейчас Машу буду звать. Все. Остался немножко фарш. Мне что-то хочется на ужин сделать беляши. Вечером замесим вместе тесто на хлеб. И тут вот как раз на беляшки. Хлеб поставлю и тесто отрежу, настряпаю. Прям хочется с молочком беляши. Все. Сколько это минут-то? Минутная. Вот, 20 минут. 5 минут разогревается, 15 минут будет готовиться. У нас еще есть суп, но он без мяса. Мы мясо все съели. Супчик похлебаем, котлетки, гречка есть. Чай попьем и бегом на работу. И вечером встретимся. Котлеточки пожарились 20 минут. Салатик с огурчиками сделали. Румяные, пышные получились. Без манки, просто фарш чистый. Девчонки, сижу сейчас такая в магазине, торгую. И заходят покупатели нашего старого дома. Говорят, лазили на крышу, на чердак и нашли, привозят меня. Я уже забыла про эту фотографию. Вот такой дипломчик. Это я в детстве. Похоже? Такая толстуха всегда была. Это детский сад наш. Сейчас здесь музыкальная школа. Детский сад Аленка. Представляете? Я говорю, я уже даже и не помню, и не искала. 3 годика мне. Вот это да, вот свидетельство о крещении мои. Как они на крышу попали? Ксения Феодоровна. А это что? Семён. Семён, это, наверное, Маша. Маша. Ничего себе. Это я в каком году? В 95-м крестилась. 14 января. Обалдеть. Это что, какая-то дисконтная карта, выброшу. И какую-то кассету нашел. Что здесь на такое? Где вот магнитофон такой искать? Кассетный. Послушать, что здесь интересно. А не, друзья, это какой-то видеомагнитофон, наверное. О, отдать надо в какую-то это студию или что, чтобы скачали на флешку. Ни подписи, что здесь такое? Может, уже не помним. Так что вот так, друзья, скоро домой уже. Скоро домой. Маленько натоптали. Ну ладно. Еще перед отходом подотру, пока тряпка сырая. Поедем с вами хлебушек поставим. Девчонки, я дома. Отработала. Теперь быстренько замешиваем хлебушек. И на ужин сейчас пожарим картошку жареную. Давным-давно я уже ее не жарила. Жалко, что нет рыбки. Можно консерву открыть. Есть сало соленое, есть копченое. Капуста квашеная сейчас с картошечкой. И беляшики, если подоспеют, если успеют. В общем, давайте я вам покажу сейчас, тоже для новых подписчиков, как же я замешиваю хлебушек. Я ставлю на 400 мл воды, ну, чтобы хлеб не залеживался, чтобы мы съедали. 400, значит, мл тепленькой водички.
Дрожжи заканчиваются. Столовая ложка дрожжей. Пол столовой ложки вот так вот сахара. Я без всяких, как это называется-то, опар, сразу все, и соль, и сахар. Столовая ложка вот так вот соли. Все хорошо размешиваем. 600 грамм муки просеяла. Что-то я уже не помню, сколько я. По-моему, 600. Сейчас посмотрим. Все. Начинаем вводить муку. Половину введем, потом добавим масло. Так, что здесь, что здесь, что здесь? Ложка. Две столовые ложки масла. Все, начинаем уже рукой. Ничего сложного. Все 600 правильно уйдет. Все 600 грамм. Ну, я люблю, конечно, беляши делать из теста. Может быть, даже сегодня не буду печь. Сейчас посмотрим. Тесто вот так подымется, все подойдет. Его убрать в мешочек и вынести в холод. Или убрать в холодильник. И завтра только стряпать. Вот это совсем другие уже беляшки. Чем вот сразу со свежего теста. Это меня научила подружка. Она занимается вот именно пирожками, беляшами, стряпает, продает. Как бы кафе у нее придорожное. Тесто должно созреть на беляшике. У нее просто на ура бизнес. В Уйском районе, кстати. Так что, может быть, да, завтра к обеду. Потому что когда сейчас я быстро, пока тесто поднимается, я уже картошку нажарю. Вот так вот смачиваем руку маслом и промешиваем. Вот действительно ровно 600 грамм. Хорошо прям надо выместить. Сегодня косичку, наверное, сплетем из теста. Ладно, это все потом. Сковородку наливаем подсолнечного масла. Сливочного добавляем. Почистили картошку, промыли. И отправляем картошечку сюда. Чтобы вкусно пожарить ее, я не закрываю крышкой.
жарки вообще не закрываю крышкой. Тогда она будет жареная, не пареная. Закроем мы только в конце, когда она уже приготовится, чтобы нам ее протомить как бы. И сначала обжариваем на сильном огне до румяной корочки. Вот сейчас помешаю. Я просто вас не учу жарить картошку, это все могут. Просто показываю, как я вкусно-привкусно ее жарю. Делюсь своим опытом. Масло нам больше не понадобится. Все, пусть жарится, я не трогаю. Минут через 5 помешаю. Даю схватиться ей. Немножко схватывается. Теперь добавляю лучок. Все, можно теперь убавить на средний огонь и отойти хоть от картошки. Я полезла в погреб за грибами, думаю, ну что, грибы достану еще. Огурчики можно достать. Дело к концу идет. Теперь можно и посолить. Так, такой солью посолю. Чуть-чуть приправы для картошки добавлю. Ну, чуть-чуть прям. И орехово-чесночной соли. Ну, можно и без этого. Я думаю, что мало. Это я посолила, потом попробую. Ну и все. Еще пусть немножко жарится. Минут 5. Потом будем закрывать. Ну какая красивая. О, мои грибочки. А огурчики. Сок тыквенно-морковный. Все, сегодня будет пир горой. Сейчас помидоры. Грибы люблю с лучком. Сейчас как бы замариную с майонезом. Последний штрих. Наливаем молочко. Главное, смотрите, чтобы молоко было свежее, не прокисло. Вот так дно закрываем. Убавляем до минимума. Укропом можно посыпать. Сейчас я посыплю, друзья, мне надо найти. Посыпаем, закрываем. Сейчас я попробую. И как бы, ладно. И оставляем минут на 10 томиться. И будет у вас обалденная картошечка. Обалденная. Второй раз поднялось тесто. Так, сейчас мешочек возьму. Смазываем стол маслом. Друзья, я делаю прям буквально беляши, оставляю тесто буквально на одну сковородку, потому что Маша у нас не любит, не ест беляши.
А нам с Сергеем тоже. Пока теплые, мы поели все, потом уже не то. Так. Раз, два, три, четыре. На утро все-таки я оставляю. Убираю в холод. А с этого сейчас сделаем с вами хлеб-косичку. А то я то калачик, то батончик. А сегодня косичку решила. Заплетаем. Все, опять даем хорошо подняться, выпекаем я выпекаю при 190 градусов 50 минут. У меня электрическая духовка, в газовой, конечно, на 180 ставьте поменьше времени. Вот так увеличилось, можно еще подождать. Но мне не хочется уже. Уже устала с этой кухней сегодня. Смочила немножко водичкой. Все, духовка разогревается. Ставлю, друзья, на 50 минут. А с вами, наверное, уже буду прощаться. Это уже поздно. Всем пока, всем до свидания. Пеките, пробуйте, наслаждайтесь домашним хлебушком.